crazy, but he has a lot of fun. Всем здорово, друзья. Вот мы все в пути. Короче, последние тут пару дней я не снимал, потому что, ну, нечего было снимать. Мы все время ехали. Отель, мотель, дорога. Все одно и то же самое. Ничего, по деревням только ехали. Вот. Ну, а сейчас мы подъезжаем к городу Дананг. Это примерно середина Вьетнама. И чтобы к нему подъехать, есть, как говорится, два путя. Один путь через самый длинный туннель во Вьетнаме. Это 7 километров туннель. Он платный, по-моему. И второй по самой сумасшедшей горной серпантине. Называется Хайван Пасс. Вот, и мы выбрали поехать по горному серпантину, по этому Хайван Пассу, что говорится, что там самые офигенные виды и все такое. Ну и вот, короче, мы на него заезжаем. Вот он начинается, едем мы отсюда. Много видим туристов, тоже едут на мотоциклах, потому что эту дорогу вроде как используют уже в коммерческих целях, не используют, только одни туристы здесь и гоняют, и мотоциклисты. Ну и вот, едем туда, она должна пойти наверх, в облака. Тут говорится, что все морские лагуны хорошо видно. Единственный нюанс херовый, что сегодня... Ну, облачность большая и такая, туман такой, то мы, может быть, в полной мере не испытаем все эти виды, ну, как сказать, в полном объеме. Так что едем. Вот наш мотоцикл, весь груженный, с последнего мотельчика выписались. Едем в Дананг. Вот мы все едем по этому Хайван Пассу. Вон тут ручеек. Просто какая-то непонятная хрень происходит. Уже 3 человека подъезжали к нам, ну, местные вьетнамцы, и говорят: нет, люди, ты откуда? Говорим, из России, типа. Ну, потому что Латвии такое они не знают никто. Говорит: а у вас есть, я коллекционирую деньги, нету ли какой-нибудь купюры? Уже 3 человека, у всех такие альбомчики, там купюры насованы. Какая-то непонятная фигня. Ну, понятно, что это бизнес, ничего они не коллекционируют, просто почему-то именно в этом месте вот таким промыслом они занимаются. Ну да, виды здесь, конечно, красивые, что уж тут скажешь. Заехали в облака. Да, ну камера как-то, я боюсь, что плохо передает. Ну, говорится, что это очень-очень опасная дорога, и очень много машин отсюда сваливается вниз. Но тем не менее, она асфальтирована, не грунтовая, довольно широкая. Зеркала я видел много где на поворотах. Come on.
Что-то тут какое-то столпотворение творится, непонятно. Типа какой-то стихийный рыночек, ориентирован на туристов. Но, по-моему, что мы поднялись, это вершина. Хотя вот еще какая-то дорожечка идет туда наверх. Можно по ней еще попробовать. Ну, бункер, да, на карте отмечен, что это бункер. Сквозь эту пелену виден город. Это уже Дананг. И начинается Южный Вьетнам. Это считается, это вершина, Хайван Пас, считается граница между севером и югом. Что, мол, тут прямо, ну, с северной стороны едешь, типа холодно, а как спускаешься уже, переваливаешь на южную, то становится прям жарко. Кстати, друзья, совсем забыл сказать. Сегодня во Вьетнам прилетает президент Америки Дональд Трамп. Так вот совпало. Куда мы, туда и Трамп. Что за хуйня, я не знаю. Вон прямо видно эту погодную границу. Северная сторона тучи. И южная сторона солнечная и жаркая. Главное, что эта туча, она не переходит этот перевал. Все время стоит. Это, ну, очевидно, по указанию партии происходит. Такой вот Хайван Пас, проехали мы по нему. Вот уже заехали в Дананг, но мы не в сам Дананг заказали мотельчик, а не доезжая на окраине. Что вот такой вот он был, Хайван Пас, горный серпантин. Вот мы приехали на наш отельчик, еще не разгрузились, только пошли посмотрели комнату. Я уже шлем оставил там в комнате. Вот такой вот отельчик, людей тут мало. Самый дешевый, что нашли на букинге. Сейчас будем развязываться. И вот такой вот тут ресепшн. У нас 209 комната на втором этаже. Тут всего 3 этажа. Но мы взяли на втором, нам дали, точнее говоря. У нас вид на сторону огорода. Потому что вид на сторону моря стоил дороже. Но поскольку море рядом, мы ж не будем в комнате сидеть. Тем более от комаров все равно закрываешь все окна. То мы взяли вид туда, на огород. Ну и вот такая комната, шкаф. Две кровати вместо одной. Ну тут вот, я не знаю, вам видно или нет, кто-то немножко писанул. Желтенькая. Это как желтый снег в России, только во Вьетнаме на простыне. Шкафчик. Ванная комната, душ, горшок. А вообще тут такое, как пансионат советского времени. Большие коридоры широкие, все такое, как замок, похож на Рундальский в Латвии замок. Огромные террасы, чтобы посидеть. Мы на втором этаже, там еще третий этаж. Вон тут можешь выйти, посидеть, покушать, выпить кофе. Терраса. А там море. Прямо здесь пляж. Ну, прямо на этом пляже ведутся строительные работы. Что придется куда-то в сторону уходить, чтобы пойти покупаться. Вот она, военная. Продолжаем исследовать Дананг, друзья.
Вот сегодня подъехали на пляж. Ну не знаю, сейчас запарковали мотоцикл, посмотрим, куда мы приехали. Вроде бы как должен быть на пляж. Пойдем вниз посмотрим. По такой щебенчатой дорожке. Вообще мы ехали к статуе Леди Будды, и тут ботанический сад, но посмотрим, куда мы приехали. Потому что мы немножко свернули вниз к морю. Пойдем посмотрим. Здесь, наверное, должны быть купальни. Ну что, Дананг — огромный город. Третий по величине город. Первый — Хошимин, второй — Ханой, и Дананг — третий. Пойдем посмотрим. Тут и выхода не вижу к морю, вон там можем пойти. Везде эти будочки, где сидят на полу и кушают, пьют пиво, там всякие закуски. Это место пикников. Вот пляж, тут и купаться можно. Вот такой вот пляжик. Кстати, там больше ближе к центру весь песчаный пляж, а здесь вот каменистый. Место отдыха. Ну что, вот она статуя Будды, Будда-женщина, такая вот, но здоровая-здоровая, наверное, 30 метров, я точно не знаю, но выглядит как 9-этажка, 67 метров только что посмотрели. 67 метров, это... Диаметр лотоса 35 метров. И диаметр этого цветка лотоса, на котором она стоит, 35 метров? 35 метров. Вот она, самая высокая статуя Будды во Вьетнаме, 67 метров. Мы все ходим по Данангу, и вот подошли к этому знаменитому мосту с драконом. Этот дракон по выходным плюется огнем. Так, приехали мы все еще в Дананге, но приехали сегодня на знаменитый этот аттракцион, который тоже оперируется этим же Sun World'ом, который в Халонге канатка, и аквапарки там, и тут тоже в Дананге. Это знаменитый мост с этими золотыми руками, самая длинная в мире канатная дорога. Вот. Ну что, друзья,
Вот он билет. Пойдем посмотрим. Всемирно известное место. Вот они, два билета на двоих. Пойдем посмотрим, потому что там несколько возможных путей, как добираться. Там три канатки, они по-разному идут. Ну, в общем, мы можем идти вверх и обратно. Но надо еще определиться, каким путем. Вот эта схема. Можешь пойти сразу по всей. Можешь сделать стоп и дальше. Можешь поехать сюда, посмотреть этот знаменитый мост с руками, который потом тут на рельсы проехать этот объект посмотреть. Потом же отсюда проехать на самый верх. Можешь сразу снизу наверх. Но только ты, рыба моей мечты, рыба моей мечты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты, рыба моей мечты, рыба моей мечты. Примерно по 4 человека пошли. Или кучу. Толстый чуть не завалил всю нашу будочку. Nurses gathered round and gazed in wide wonder at the joy they found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away I was bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. Ну что, вот и он, знаменитый мост, который держит руки. Золотой мост, так называемый Golden Bridge. Достопримечательность Дананга. Вот все тут и гуляются. Народу столько, что пизда. The day I was born, the nurses gathered round and gazed in wide wonder at the joy they found. The head nurse spoke up. Поднялись на гору. Написано место медитации. Лабиринтик, что ли? Фонтанчики, ё-моё.
половина беседки. Вон какая хуйня беструсая. Туалетик на... Туалетик в скале, блин. Сейчас глянем. То женская, а вот это мужская. Вон тут сышь. Ну а здесь и срёшь. Порядочный чистый туалет. Ну понятно, билет стоит $30. Так они должны тут зубной щеткой выдраивать эти туалеты. Потому что людей просто полно. Такой папоротниковый лабиринт. Вон там уже китаец. Раз, раз, тут в тупик. И все. Ты сразу впадаешь в панику, не можешь даже что-то, чтобы выдавилось даже в трусы от страха. Вот павлин. Сделан. Такой вот павлин. Но мне кажется, что он похож на павлина гея. Будда сидит, мать его, точно такой же, только белый, как на фансипане, черный. Сапе. Помните, был черный, точно такой же. Ну, во всяком случае, похоже. Thank you.
поднимаемся по рельсе. Садимся на следующую канатку, поедем выше. Так, сели. Сейчас поедем. Nurses gathered round and gazed in wide wonder at the joy they'd found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away. Самый высший уровень. Французская деревня. Тоже еще видно, строительные работы ведутся, но уже жадность просит, чтобы скорее людей запускать, чтобы бабосики собирать. Фэнтези парк, Бана Хиллз. Парк юрского периода. Написано, не идти, у кого проблемы с сердцем. Пойдем. Вон тут сделано, как такие джунгли. Все, покидаем Бана Хилл, аттракционы. Ну что сказать, от самого верхнего уровня мы немножко что-то более ожидали. Ну просто воссозданы европейские улочки. Ну очень красиво все. Ну и все, а что? Мне это европейские улочки до одного места. Может, вьетнамцу это по кайфу. Ну, не знаю, в общем, это, как говорится, этот объект входит в список объектов, которые должен видеть во Вьетнаме. Ну вот мы его посетили. Ну, основное, наверное, гвоздь программы – это мост. Золотой мост. Его мы видели при свете. Ну, туристов очень много. Ну, как сказать туристов? Просто тупо китайцев дохуя.